У меня потребность в самовыражении, мне хип-хоп движение в этом помогает. Раньше я срисовывал граффити с рэп, кассет, широкие штаны и волосы в белый цвет. По телеку увидел брейк до 16 и старше. Первые попытки на Паласе сделать так же. Все происходило 20 лет назад. Со временем все больше я вхожу в азарт. Я слушал Децела, Михея, Юга и Касту, стирал плечи до крови на все том же Паласе. Глубоко в сердце хранил надежду на завтра и верил, что хип-хоп мне поможет однажды. Шестие карманники, кто-то ходил с дредами, постоянные стычки с панками, скинхедами. Потом начались фестивали, соревнования, брейкданс забирал все мое внимание. Мы с брейком прожили целую эпоху, в итоге танец стал олимпийским видом спорта. Не всем по душе пришлась такая перспектива. Этот элемент культуры как состав локомотива. И даже если я в нем последний вагон, я буду читать рэп и крутить брейк под музон. Под старость лет буду лепить скульптуры из фрезов. Культура помогла подняться с самых низов. Такие дела.